Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, я разом зі мною на стрімі у цій порі Роман Світан, український військовик, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Романе Григоровичу. Як завжди, рада вас бачити. Дякую, що долучаєтеся. Бажаю здоров'я. Почати хотіла б сьогоднішній наш стрім із ось якої інформації. Напередодні 12 липня в Запорізькій області власне, було оголошено повітряну тривогу, яка тривала більше 20 хвилин. В цей час обласний центр був обстріляний, як стверджують у військовій адміністрації. Зброю, яку використали росіяни, була невідомого типу. І фахівці закликали тоді взагалі до уламків цієї зброї не торкатися, тому що вони можуть бути небезпечними. Що зараз може ворог використовувати для обстрілів цивільних міст і наскільки ця зброя невідомого типу може бути небезпечною? Все залежить від того, який тип боєприпаси використовується. Це либо авіаційні боєприпаси, тобто збрасуваємо з самолітів. Это могут быть ракеты, которые, допустим, еще не идентифицированы, любого базирования наземного, допустим, подводного, надводного или воздушного. Это может быть новые типы РСЗО. Есть и такие у россияне, те же смерчи, те же ураганы. Сейчас новыми ракетами снабжают, и вот надо четко понимать, какой тип ракеты и какой боеприпас эта ракета несет. Россияне продолжают использовать системы противовоздушной обороны, системы С-300, С-400 для работы по наземным целям. Причем вот С-300 может достать и С-400 может достать. С-400 у нее несколько сот километров по баллистической траектории, она также может быть применена. Это может быть новый тип, так сказать, вот С-400, они несколько раз использовали в районе в основном Киева по северу, но могут подтянуть их и к Запорожью. Потому, если есть такая возможность, естественно, не подходить близко к этим осколкам, а дальше уже наши службы, которые занимаются идентификации и дальнейшим разработкой противодействия. Это очень важно. Для чего нужны все эти, допустим, осколки ракеты или средства поражения? Надо эти осколки нужны для идентификации и предполагаемых методов противодействия. Вот только так можно подготовиться, по крайней мере, к какому-то новому виду оружия. Романе Григоровичу, якщо ворог так активно зараз використовує С-300, С-400, це свідчить про те, що він наростив виробництво цих комплексів, чи те, що він переміщує, власне, і забирає ці комплекси із охорони своїх військових об'єктів в тилу, в тому числі? С-300 у них очень много, потому что этот комплекс списан практически и от выполнения боевых задач. Он не стоит на боевом дежурстве в системе противовоздушной обороны. А ракет, допустим, С-300, у них тысячи штук еще есть. Они их используют в качестве баллистических ракет. Не точных, но тем не менее не используют. С-400 у них стоит на боевом дежурстве в режиме противовоздушной обороны. Но если поступает какая-то задача под его работу, они его используют и по наземным целям в том числе. То есть вот это, так сказать, рабочие моменты, которые не зависят от каких-то внешних факторов, то есть наличие или отсутствие других видов поражающих средств, вернее, средств поражения. А вот новые типы, новые, которые они сейчас разрабатывают, у них есть типы в разработке, они могут еще использовать в качестве таких полигонных задач. Но полигоном становится наша гражданская инфраструктура, и гражданское население может попасть под средства поражения. Просто для того, чтобы понимать, что по нам используют, нам надо осколки. Это вот очень важно. То есть нам надо попробовать воссоздать ту систему, которая к нам пришла. Боевую часть, понятно, она будет взрываться, но вот чем больше мы воссоздадим, тем быстрее поймем, как бороться с этими средствами поражения.
До ситуації на фронті зараз поговоримо про це. Напередодні у силах оборони Таврійського напрямку повідомляли, що Збройні сили України повністю зараз перехопили ініціативу на Бердянському напрямку. Власне, ваш прогноз, як далі розвиватимуться події на цьому напрямку? Наскільки складно зараз там Збройним силам України? Скорее всего, это пока единственное прогнозируемое направление, по которому мы можем двигаться в сторону Азовского побережья для уничтожения и контроля сухопутного коридора в Крым. Так как движение из-под Орехова в сторону Токмака, то есть на Мелитополь, оно будет затруднено большим количеством войск противника, ну и линии обороны. А вот движение направления на Бердянск, на Мариуполь, оно где-то раза в 3-5 менее заполнено системами обороны, и это может быть приоритетом. Вот, и вот это движение, допустим, в сторону Бердянска, это так называемое Бердянское направление, это с участок фронта от Гуляйполя до Угледара. Вот этот участок фронта, он перспективнее, допустим, Ореховского. И здесь будут в ближайшее время интенсифицироваться действия по его прорыву. Туда будут направлены дополнительные части оперативного резерва, не стратегического, а оперативного, для того, чтобы уничтожать первые ряды обороны, добраться до основной. Там она практически одна линия обороны, которая укреплена серьезно, и уже как подойдем к этой линии обороны, дальше оперативный простор после ее прорыва, и уже где-то несколько десятков километров движение будет без линии обороны как таковых. Потому, наверное, это направление, оно в ближайшее время будет приоритетным, и мы будем его слышать практически каждый день. А стосовно, власне, провокацій ворога, які можливі на цьому напрямку, чи є в них якісь додаткові резерви, чи можуть вони перекидати додаткові сили, додаткові засоби? У них зараз зв'язані, ми вже почали зв'язувати їх стратегічні резерви в районі Луганського і Донецького направлення. Перебросить оттуда, вони можуть перебросить, звісно, з Луганського і Донецького направлення, але тоді у них посипеться Донецький і Луганський фронти. Потому здесь такой закон сохранения энергии, даже можно об этом говорить. То есть они либо в одном месте, либо в другом месте будут перебрасывать свои войска, а мы уже на противоходе попытаемся их поймать, так сказать, и провести свои операции, либо в сторону Азовского побережья, либо в сторону Донбасса. Тут, власне, очільник Харківської області Сінігубов повідомив про те, що на Куп'янському напрямку від 5 до 20 тисяч російських військових перебуває. Вони в постійному русі мігрують, проводять ротації. І, власне, за його словами, штурмові війська ворога готові на цей напрямок заходити. Наскільки серйозне це угруповання і наскільки проблем воно може створити для наших захисників? Не так группировка опасна, как само направление как таковое. Мы находимся в междуречии сейчас наши войска, в междуречии Оскольского водохранилища и Северского Донца, в который впадает Оскол. Вот мы на восточном рубеже, так сказать, вот этого междуречия находимся, и россияне будут пытаться нас выдавить за эти реки. А им для этого надо взять лиман и выдавить нас за Северский Донец и за Оскол. Потому общее направление движения российских войск, которые там сейчас готовятся и уже выполняют наступательные действия, это вот с Купянска на лиман с севера на юг и с востока на запад с Кременной в сторону лимана на Торское. Вот они уже начали движение на Торское. Общее количество войск на этом участке фронта у россиян больше 100 тысяч человек. Но они могут их постоянно пополнять, так как российская территория рядом, там несколько часов до российской границы езды. Рядом большой хаб Валуйки, большой военный хаб с разветвленной системой железных дорог. То есть через Валуйки могут заходить дополнительные части. Сейчас они перебросили на Луганское направление, на вот это направление, дополнительные части с Балтийского флота. Регулярные, линейные, так называемые части, профессиональные части, это те, которые не участвовали в боевых действиях, но они их уже
они их уже задействуют, оголяют, с одной стороны, балтийское направление, но усиливают луганское. И это есть определенная опасность, но мы ее просчитывали, это было понятно, исходя из самой географии фронта, что для них оптимально, если где-то и наступать, то наступать в районе Луганска. Но главная задача, я сказал, выдавить наши войска за реки, за Оскол и Северский Донец. Но они пытаются выполнить и вторую задачу, связать на этом направлении достаточное количество наших стратегических резервов, которые мы сейчас еще не используем, по крайней мере, для усиления этого направления. Там еще используются оперативные резервы, которые пока на данный момент еще достаточно для удержания российских войск. Ну, лише на цьому напрямку російські війська намагаються, ну, якось рух просуватися вперед, правильно, якщо брати всю лінію фронту? В основном здесь есть еще несколько локаций, допустим, район Донецка, они также не оставляют попыток окружить или выдавить наш гарнизон из Авдеевки и Смаренки. Опять же, почему там идут эти действия, это только за счет того, что Донецк тоже военный хаб, и Макеевка, которая рядом, у них короткое плечо поставки военной амуниции, потому они пытаются наступать в этом месте. Ну и еще как-то пытаются противодействовать нашим действиям по окружению Бахмута. И все, больше они, в принципе, дальше в другом, нигде в других местах так кардинально не действуют. Хочу, щоб ви, от, власне, коли ми говорили про запорізький напрямок, в контексті цього ще прокоментували одну інформацію. Російський генерал Попов, який командував окупаційними силами якраз на запорізькому напрямку, він повідомив про те, що його звільнили із посади після того, як він розкритикував дії російського командування, власне, по забезпеченню цього угруповання на фронті. Про що це може свідчити і як це позначиться в принципі на моральному дусі інших окупаційних частин? У росіян скамейка запасних небольшая по генералітету, який може воювати, але большая взагалі по генералітету, тобто там тисячі генералів. Потому замену они найдут. Но это говорит о том, что они как-то пытаются восстановить систему управления, особенно после того, после выходки Пригожина, после его неудавшегося похода на Москву. То есть пытаются восстановить систему управления, может быть, как-то купировать тех ненадежных руководителей, военных руководителей, которые засветились своим участием в этом походе. Потому, я думаю, вот эти зачистки, которые идут, это связано как раз с вертикалью, которая как-то поддержала Пригожина или, по крайней мере, не противодействовала его демаршу. Чому окупанти продовжують атакувати острів Зміїний? Зокрема, за даними оперативного командування «Південь», вночі сьогодні скинули авіабомбу на острів Зміїний росіяни. Росіяни пытаются видавить из нас участие в зерновой сделке. Им сейчас важно подключение к свифту Россельхозбанка под видом зерновой сделки. Потому они сейчас пытаются как-то не то что надавить, а информационно показать, что без них движение кораблей невозможно. То есть у нас есть готовность их полностью, то есть полностью закрыть зерновую сделку, переключиться на морское право, а вот они пытаются показать свое участие. Они сначала обстреляли в Одессе терминалы зерновые, вот показали, что они могут достать и до острова Змеиный, который как-то прикрывает эти караваны, ну то есть сам путь движения кораблей, где они идут. Это чисто показуха, вот такая показуха для того, чтобы показать какую-то свою значимость. Надо ни в коем случае на это не реагировать, то есть выбрасывать россиян. Сейчас ООН, Гутерреш опять начал проталкивать тему подключения к свифту Россельхозбанка.
если поддержать его, это движение, так мы тогда создадим поток финансов, то есть российскую экономику поддержим, а эти деньги, которые будут заходить через Россельхозбанк, будут возвращаться пулями в наших защитников. То есть одна тонна зерна, одна жизнь украинского воина. Вот примерно что. И близко подпускать нельзя. Не реагировать, естественно, на эти действия. Не обелять, допустим, того же Гутерреша, который проталкивает эту тему сейчас по подключению к Свифту. Наоборот, еще повторюсь, надо полностью выбросить россиян из зерновой сделки, а за сделку вообще забыть, за слово «сделка». Какая может быть сделка с агрессором? Забыть за нее и работать в тех реалиях, которые сложились, а без России полностью. Потому не реагировать на змеиный остров сейчас, он не контролируем никем. То есть это такой был посыл россиян, что они могут сбросить бомбу, попасть по острову. То есть хотят подвигнуть всех сразу для того, чтобы подключили к Свифту Россельхозбанк. Власне, у контексті цього, наскільки зараз побільшив ризик обстрілів, масованих ракетних обстрілів України якраз з моря? Вони обстрілюють, вони сьогодні два калібра випустили, вони були збиті. Понятно, что они будут увеличивать количество обстрелов по выявленным целям и будут производить, но пока не в режиме накопления ракет. То есть они сейчас массированных обстрелов не производят по разным причинам. Одна из которых — это им нужно восстановить неприкосновенные запасы, которые они выбрали, количество ракет, которые они выбрали зимой. И готовится к осеннему обстрелу нашей инфраструктуры, энергетической инфраструктуры. Что вы скажете про цей корабель «Циклон» у Керчи? Наскільки він становить небезпеку, власне, в плане ракетных обстрелов? Ну, дело в том, что все, что у россиян сейчас ходит, я бы сказал, плавает в районе Черного моря, это надо понимать, что такое Черное море, Азовское море. Это рукомойник. Вот так называют летчики и моряки Черное и Азовское моря. Это рукомойник. Из него, это маленькая лужа, если считать из океана, из нее некуда выбраться. Потому как только у нас появится достаточное количество средств поражения, мы все это потопим, они будут все потоплены, потому что надо, ну, где-то до сотни ракет для того, чтобы потопить все, что ходит или плавает российское в Черном море. Никак для нас никакой большой проблемы это не составит. Вопрос просто целесообразности и возможности уничтожения российского флота. Циркон это будет или еще что-то, это не важно. Ну, власне, були повідомлення про те, що це елемент певної пропаганди росіян, тому що корабель, основним завданням якого був запуск ракет, жодної ракети так і не запустив. Чи можна так до цього так само ставитися? Ну, информационная составляющая, все, что в информационном поле делается, россияне в 95% делают для внутреннего потребления. Потому почему мы и не реагируем на это, на все, то есть циркон там это или что-то другое, это не важно. Они для внутреннего потребления разгоняют эту информацию в качестве очередной вундервафли, которая такой не является. Для, допустим, пары ракет Storm Shadow или Нептунов, которые будут правильно запущены, это просто цель, которая также будет передавать уже, как и крейсер «Москва» с дна приветы еще не потопленным судам российского Черноморского флота. Потому для нас она никакой проблемы абсолютно не представляет. А для россиян, да, у них это очередные какие-то информационные победы, ну, не более того. А нам это просто неинтересно.
Стосовно техніки, так, яку застосовує ворог, в свіжому зведенні британської розвідки була інформація про те, що окупанти використовують в якості тарана стару техніку, начинену вибухівкою. І, мовляв, це могли ініціювати підрозділи із Чечні. Наскільки це є небезпечним в плані використання ось такого виду зброї? Они используют старые, действительно, в основном мотолыги, так называемые, это МТЛБ. До тонны взрывчатки могут в МТЛБ загрузить и запускать их в нашу сторону. Понятно, она неуправляемая, просто идет прямо и подрывается либо радиоподрывом, то есть инициация подрыва разная может быть, контактная, радио, временная. Очень, но это они делают уже где-то с 2014 года, то есть это стандартный прием. Либо россияне еще ту технику, которая выходит из строя, которая не подлежит восстановлению, они также начиняют взрывчаткой, оставляют ее в качестве, так сказать, ленд-лиза, для того, чтобы поймать наших бойцов на такого рода заминированной технике. Опять же, радиоподрыв, контактный подрыв, временной подрыв, как угодно, по-разному. Потому для нас это уже привычное, так сказать, средство российское средство поражения. Мы знаем, как этому противодействовать. Эти все средства, они просто расстреливаются либо прямой наводкой, либо артиллерией, которая уничтожает эти или ПТУРами расстреливаются до контакта с нашими частями. Ще одне повідомлення хочу, щоб ви прокоментували від командувача оперативного стратегічного угруповання «Таврія» Олександра Тарнавського. Він в інтерв'ю CNN зазначив про те, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки. Єдине, що вона не використовувала ще їх на полі бою. Але при цьому він зазначає, що докорінно ці боєприпаси зможуть змінити ситуацію на полі бою, і Україна буде мати перевагу від тієї місцевості, де будуть застосовуватися ці касетні боєприпаси. Ворог відмовиться. Що ви скажете, власне, про це і застосування, так, з огляду на погодження зі Сполученими Штатами, буде залежати від погодження, правильно, з нашими західними партнерами? Де, в який спосіб і як вони будуть застосовуватися? Чи як виглядатиме ця процедура? Ні, ніхто ні з ким нічого не буде согласовувати. Нам передали боєприпаси дальністю в 30 кілометрів, попросили, скоріше всього, не бити їм по російській території, і все. А там, де нам треба, там ми будемо їх приміняти. Є інформація від російських вже блогерів про те, що ці боєприпаси вже приміняються на Таврійському направленні. Тому можна сказати, що вони вже в ділі, и показывают довольно-таки неплохую поражающую способность. Знову ж таки, російські пропагандисти цитували того ж Шойгу, який говорив про те, що так само ворог у відповідь буде використовувати аналогічний тип боєприпасів. Взагалі, у росіян наявна ця зброя і наскільки висока в неї якість? Адже вони і до цього застосовували касетні боєприпаси, до чого ці чергові погрози тоді були? Это да, это разговор ни о чем называется. Он, так сказать, опять же, для внутреннего потребления, чисто для российского общества показать какое-то противодействие. Россияне с 2014 года используют кассетники. Просто их кассетники, их кассетные боеприпасы либо в качестве авиабомб, или в качестве ракет, в основном это РСЗО. Они используются неэффективно. Точность, допустим, наведения не такая, как боеприпасов наших, натовских. РСЗО все-таки накрывают с малой точностью. Да, накрывают определенные площади, но очень неэффективно. Они это прекрасно знают, они даже сами от них отказываются, потому что толку нет выполнять накрытие этими кассетниками, допустим, движущихся частей наших, так как они не прожигают броню, они просто сами кассетники хуже, чем натовские. А наша пехота в основном в броне, то есть потому они отказываются. Им, исходя из уже обратной связи, так называемой, которую они видят сами,
они используют нормальные стандартные боеприпасы, а кассетники практически не используют. Ну, могут, конечно, сейчас несколько ударов кассетниками где-то сделать, сфотографировать, видео снять, видосики, опять же, для внутреннего потребления. Это никак не скажется на поле боя. Ну що ж, будемо чекати позитивних новин з фронту. Романе Григоровичу, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших ефірів. До свидання. Роман Світан, український військовик, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю поширити це відео, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Так само залишайте свої лайки, коментарі і підписуйтеся на канал «Січас».